ще й закордонних справ, не можу бути проти якоїсь. Сожалею, що у мене нет контактів з російським колегою Сергеем Лавровым. Наші останні переговори проходили во время встречи нормандской четверки на уровне глав МИД. Та встреча, в свою очередь, была первой после двухлетней паузы. После этого просили Россию о переговорах с Лавровым по поводу обострения ситуации в Донбассе, но они так и не состоялись. Я не расстроился и слезы не лил. Однако мне жаль, что нет контакта и нет возможности говорить с Лавровым. Международные отношения устроены именно так, что даже когда все уже переругались и не хотят друг с другом разговаривать, министр иностранных дел должен оставаться каналом коммуникации.